Следующий приз предоставил супермаркет «Электроизделия», торговый центр «Гудвин», Уральская, 63, 4 корпус, 1 этаж. Где только сегодня не встретишь светодиодные светильники. Достаточно выйти на улицу и покрутить головой. Они необходимы во дворах, на улицах, в скверах, парках и на парковках. Светодиодные уличные светильники отличаются в первую очередь высокой степенью энергоэффективности. Они потребляют электроэнергии в 2-3 раза меньше, чем люминесцентные лампы. У светодиодов впечатляющий срок службы – примерно 50 тысяч часов. Поэтому о ремонте и замене ламп можно надолго забыть. Светодиодные светильники нуждаются в надежной защите от влаги и пыли. Неважно, какая на улице погода – дождь, снег или туман – поток света должен оставаться ровным и ярким. Алюминиевый корпус делает светильник не только компактным, внешне привлекательным, но и придает ему высокую степень прочности. Активно используются светодиодные светильники и в сфере ЖКХ – подъезды, подвалы, гаражи, крытые стоянки. Все это требует качественного освещения. У таких светильников свои особенности. Они должны быть не только долговечными, но и иметь защиту от воздействия внешних факторов. А что это за факторы, спросите вы? К сожалению, не только природные условия, но и хулиганские выходки некоторых несознательных граждан. Поэтому светильники оборудуются противоударным и жаропрочным стеклом с покрытием против царапин. При производстве таких ламп используется особенный устойчивый к теплу и возгоранию пластик. Их можно устанавливать в любых помещениях. В помещениях с высокими требованиями к безопасности, школах, торговых центрах, административных зданиях и офисах рекомендуется устанавливать низковольтные модели светодиодных светильников. Они защищают от поражения электрическим током. Для сферы ЖКХ всегда остро стоит вопрос экономии ресурсов. Чтобы сократить расход электроэнергии, на светильники можно установить датчики движения. Это не только экономично, но и очень удобно. А приз – это вот такой светодиодный светильник «Вартон». Его стоимость вам нужно назвать и отправить смс на номер 899-2222-8833. Время пошло. Для эксплуатации в экстремальных условиях, в местах повышенной влажности и химически агрессивной средой нужны особые светильники – промышленные. Их устанавливают в производственных цехах, в мастерских и на складах. Промышленные модели отличаются сильным световым потоком. В процессе работы качественное освещение играет очень важную роль. Что касается офисных светильников, то они должны быть компактными и при необходимости легко монтироваться. Впрочем, специальные драйверы питания предохраняют приборы от резких перепадов напряжения в сети. А значит, замена потребуется только когда закончится срок службы. Итак, время вышло. Стоимость этого светодиодного светильника «Вартон» 1058 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз магазин «Электроизделия», торговый центр «Гудвин», Уральская, 63, 4 корпус, 1 этаж. Отгадайте загадку. И зимой, и летом все в него одеты. Кто ответил «трикотаж», молодец. Эта ткань по праву универсальна. Она эластична, проста в уходе, удобна в носке. Следующий приз предоставил верещагинский трикотаж «ЦУМ», 2 этаж. Благодаря свойствам ткани трикотажные вещи отлично садятся по фигуре, сохраняют форму и практически не мнутся. Существует множество вариантов трикотажного полотна, и они могут сильно отличаться друг от друга. Современные технологии позволяют создавать такой трикотаж, из которого можно шить и домашнюю одежду, и платье для вечернего приема, и спортивные костюмы. Модный и красивый трикотаж позволяет легко пережить сезонные холода. Модели из плотной ткани согреют даже в самую промозглую погоду. Ведь недаром трикотаж не ткут, а вяжут. А вязаные вещи ассоциируются с теплом и уютом.
В изготовлении трикотажных изделий используются разные полотна. Но самые комфортные в носке, конечно, натуральные ткани, экологически чистое сырье. Такие изделия не электризуются, обеспечивают отличный воздухо- и влагообмен. В них легко дышится и не возникает аллергии. Высокое качество по разумной цене. Вот почему трикотажная одежда не теряет своей популярности. Трикотаж хороший тем, что дает простор дизайнерской фантазии, начиная от фасонов и заканчивая расцветками и принтами. Как правило, в осенне-зимний сезон используются спокойные, нейтральные цвета. Но можно пойти и против правил, добавляя в гардероб ярких красок и цветочных принтов. Такие вещи дарят позитив не только самому хозяину, но и окружающим. Современный трикотаж – это огромное количество предметов одежды для любого возраста, пола и образа жизни. Он может быть разным – модным и провокационным, стильным и элегантным, домашним и уютным, практичным и функциональным, но всегда одинаково комфортным. Одевая трикотажные вещи, мы можем забыть о проблеме выбора между удобством и красотой. Трикотаж выгодно подчеркнет очертания женской фигуры, не лишая комфорта. Люди, имеющие солидные размеры, любят трикотаж за его способность хорошо тянуться и скрывать все ненужное. Трикотаж занял прочные позиции в нашей жизни. Он годится и для дачного отдыха, и для учебы, и для работы, и для прогулок в любую погоду, и для праздничных мероприятий. А приз – это сертификат на сумму 1000 рублей. Его получит тот, кто первым назовет точную стоимость этого платья. Отправляйте смс. Время пошло! Дома незаменимыми станут пижамы, ночные сорочки, халаты и домашние платья. Стильные джемперы, юбки и платья для рабочих будней. В гардеробе тех, кто ведет активный образ жизни, всегда найдутся майки, шорты, бриджи и спортивные брюки. А чтобы зимние прогулки были в удовольствие, следует надевать трикотажное термобелье. Оно обладает свойством отводить влагу от поверхности тела и сохраняет тепло. Рекомендуется не только детям, но и любителям зимней рыбалки, охоты, лыжного спорта и прочих активных развлечений. Итак, время вышло. Стоимость этого платья 2900 рублей. А мы благодарим за предоставленный приз «Верещагинский трикотаж». ЦУМ, второй этаж.